Дэниел Рэдклифф. Британский актер театра и кино. Большинство узнает в нем Гарри Поттера, но это не единственная громкая роль в его карьере. Впервые Дэниел появился на экране в фильме BBC «Дэвид Копперфилд». Затем он сыграл эпизодическую роль в картине «Портной из Панамы». И только потом прошел кастинг на ту самую роль. Гарри Поттер сделал Дэниеля суперизвестным актером и миллионером. Позже он сыграл в нескольких театральных постановках. Спектакли с его участием были очень популярны у зрителей. Почти всегда в зале был аншлаг. В 2007 году в модном журнале «Rubbish» были опубликованы стихи Рэдклиффа под псевдонимом Джейкоб Гершон. Интересно, что одна из любимых книг Дэниеля — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. К 30 годам он снялся в более 20 полнометражных фильмах и нескольких популярных сериалах. В Калифорнии на Голливудской аллее славы у актера уже есть своя именная звезда за вклад в киноискусство. В одном интервью Рэдклифф признался, что хотел бы поработать с такими режиссерами, как Уэс Андерсон, Квентин Тарантино, Мартин Макдонна и братья Коэны. Возможно, кто-нибудь из мэтров пригласит британского актера, ведь после франшизы о Гарри Поттере у Рэдклиффа было много самых разнообразных ролей. Он играл поэта, мерзавца, труп, а также принял участие в съемках фильма, основанного на реальных событиях. Удачи, Дэн!